Владлен и Октябрина – так чаще всего называли детей в регионе в 1924 году. Интересную статистику представили сотрудники ЗАГСа на открытии историко-документальной выставки в Ивановском областном архиве, приуроченной экспозиции к столетию образования комитета в области. Сотрудничество ЗАГСа и архива позволяет не только сохранить ценные документы, но и дает ивановцам возможность работать с историческими бумагами. Надо сказать, что метрические книги – это сейчас наиболее часто используемые, запрашиваемые в читальный зал документы. Практически 90% пользователей читального зала работают с метрическими книгами по составлению своей родословной. На стендах сотрудники архива разместили почти вековые документы. В общей сложности их 60. Отбирали только самые значимые бумаги из истории ЗАГСа. Записи о рождении и смерти, заключении брака, смене фамилии. Данные предоставили на всеобщее обозрение. Отдельные документы посвящены биографиям известных ивановцев. Мы продемонстрируем записи, например, о рождении и смерти Дмитрия Геннадьевича Бурылина, которого все жители Ивановской области знают как образователя Ивановского областного музея, фабриканта, мецената. Вот. Будут также продемонстрированы актовые записи рождения известного маршала Советского Союза Александра Василевского. Сотрудники ЗАГСа пообещали, что бумаг, которые находятся у них на руках, хватит на несколько выставок в будущем. Ведь одних только рождений в регионе ежегодно фиксируют около 3000. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.